Певица Катя Лель приехала проститься с коллегой по сцене Юлией Началовой на Троекуровское кладбище. Лель призналась, что в последнее время была заметна отечность на лице певицы, и по рукам было видно, что ей тяжело. Однако Началова не жаловалась. Катя Лель также вспомнила, что не смогла принять приглашение на день рождения дочери певицы Веры Алданиной. «Я не могла, была на гастролях. И сказала ей, обещай, что вы будете на моем дне рождения. Так что у нас были планы общие», цитирует Лель московский «Комсомолец». Реклама, по словам Лель, она переживает за Веру. «Я еще не видела Верочку. Я не знаю, как она будет». Она смотрела матери в глаза сияющим взглядом. «Мама, мама. Я не знаю, что такая тонкая девочка сейчас будет испытывать», делится артистка. Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни. 21 марта в 12 часов ровно в Москве началась церемония прощания с Юлией Началовой. Газета «Ру» ведет онлайн-трансляцию гражданской панихиды,